Так, ну что ж, привет, друзья. Привет вам с солнечного, но уже закатного Пхукета. Вот, здесь 23 числа будет проходить йога-интенсив. Это будет 1, 2, 3, 4 часа практики. И это будет сопровождаться записью и включением в прямом эфире. Это будет онлайн-интенсив. И сейчас это прямое включение для того, чтобы ответить на некоторые вопросы про йога-интенсив. Что такое йога-интенсив? Это тот формат, который позволяет ощутить путь йоги. То есть это что-то, что является ключиком, является таким точкой входа, являлся для многих тех, кто сейчас успешно практикует йогу. Почему так происходит? Все программы, которые я делаю для новичков, для старта, для входа, которые, ну, казалось бы, больше подходят для начала, они строятся по принципу «не бей лежачего». То есть это 5-10 минут практики в день, ну, для того, чтобы вы просто как-то смогли начать. Естественно, это этот тест-драйв, этот пробник не является самим продуктом. Естественно, для многих людей непонятно после пробника, что и как должно работать, как ощущаться. И именно интенсив заставляет почувствовать, погрузиться глубоко в практику йоги, заставляет почувствовать все, что, все эффекты, все плюсы, которые есть у йоги, в рамках одного занятия. Да, это не 10-15 минут, да, это час, два, три, четыре. Ну, час даже не является, у нас в мастер-группе. Вот мастер-группа я называю участников моих регулярных занятий. То есть те, кто занимаются регулярно, 2-3 раза в неделю со мной, кто-то в прямом эфире, кто-то в записи этих прямых эфиров. Вот, и все в хорошем качестве записывается, можно повторять. Вот сейчас мы проходим большой цикл эмоций. Я составил список из 150 эмоций. На каждую программу, на каждую эмоцию составляю программу по йоге, которую мы проходим. Вот в рамках этого интенсива я сделаю вот такую более плотную, глубокую работу, погружение в этот цикл, большой цикл эмоций. Все, кто хочет, записывайтесь. Оплата, донейшн, но есть минимальный порог донейшена, вот, который каждый день сейчас повышается. Вчера это было 199 рублей, сегодня это 299 рублей. Естественно, это не стоимость интенсива, это просто минимальный порог, который вы можете, ну, донейшн, это значит, что вы можете оплатить сами ту сумму, которую ценность, на какую ценность вы ощущаете вот, ваше участие в мастер-группе. Да, это, в принципе, занятие для мастер-группы, но это вот такое интенсивное занятие. На этом, наверное, все. Если что, пишите вопросы до 23 числа, я еще на них отвечаю. Каждый день повышается стоимость, завтра это будет донейшн от 390 рублей. Ну, понятно, что это не та сумма, которую должны быть стоить интенсивы, это та сумма, которая минимальная. Я вот подумал, что имеет смысл начать, так чтобы это было совсем безболезненно, чтобы эта тема от вас не требовала какого-то, чтобы вас там не мучило, не поджимало. Просто могли спокойно, свободно пытаться участвовать. И если вам покажется, что вы получите большую пользу, то вы, конечно же, можете еще докинуть оплату Сбербанком, любой криптовалютой. До встречи.